Reaper – одна из самых дорогостоящих на сегодня компьютерных игр. В нее было вложено около 4 миллионов долларов. В ней заняты отличные актеры, те, кто играл в «Один дома», в «Рокки», в «Wing Commander». Наконец, свершилось то, о чем мечтали. Кино настоящее, и ты в нем хозяин. Дело, как и положено, происходит в сравнительно отдаленном будущем в 2040 году. Чудовищный виртуальный потрошитель терроризирует весь мир. Только теперь он крушит всех, кого ни попадя, от держателя химчистки до программиста, невзирая на пол, возраст и социальное положение. Да и скальпель ему уже ни к чему. Он творит такие вещи, что и патологоанатомы только разводят руками. Цель игры понятна всем. Необходимо поймать мерзавца и распутать все преступления. Reaper стала первой игрой, которую, благодаря лучшей на сегодня графике подобного рода, можно назвать настоящим компьютерным кино. Кино, главным в котором выступает игрок.